Как же можно было взять и так сильно влюбиться? И теперь, чтобы Джошу понравиться Зоуи, нужно преобразиться. Что же ждет ее на пути? Может, лучше любовь отпустить? Будут ли вместе в конце эти двое? Смотрите в преображении Зоуи. Это Зоуи, и она безумно влюблена в первого красавчика Трум Колледжа. Я готова. Наше свидание пройдет незабываемо. Упс. Ой. А вот и он. Знакомьтесь, Джош Блейк. Какой же он милый. Не правда ли мы идеальная пара? Ваш заказ. Будьте повежливее с моей девушкой Зоуи. Джош, повтори еще раз. Будьте повежливее. Не это. Моей девушкой Зоуи? Да. Вот он, момент, о котором Зоуи так давно мечтала. Как бы не так. Зоуи, ты проспала. А-а-а! О, нет. Это был всего лишь сон. Но такой хороший. А-а-а! Спать и наслаждаться такими снами, как этот, Зоуи могла бы вечно. Но, к сожалению, реальность никто не отменял. Зоуи пора в колледж, и, судя по стрелкам на часах, она сильно опаздывает. Только бы ничего не забыть в спешке. Но главное — фото Джоша. А-а-а! Ты в порядке, милая? Да, мам. Ой. Мне нравится учиться в Трум-колледже, но порой я хочу, чтобы учебный день побыстрее заканчивался. Ну ладно, чтобы каждый учебный день побыстрее заканчивался. Да, абсолютно каждый учебный день. В колледже так трудно быть аутсайдером, а постоянное невезение Зоуи делает ее студенческую жизнь еще сложнее. Извините. У нее очки в квадратной оправе. А мы носим только круглую. Этой неудачнице вообще здесь не место. Но я готова приходить сюда снова и снова, чтобы просто увидеть его. Сейчас или никогда. Но он на меня даже не посмотрит. Соберись, Зоуи. Да, я сделаю это. О, ну вот. Опять не повезло. Дай мне секунду. Джош, заканчивай копаться, мы опоздаем на физру. Упс. Прости, ты в порядке? Ну, ладно, тогда я, наверное, пойду. А это уже точно не сон? Химия! Ты опоздала, Зоуи. Извините, мистер Джонсон, я просто... Просто выполните тест. У вас 5 минут. Да уж, так неоднозначно учебный день Зоуи начинается впервые. Как грустно. Почему моя первая любовь такая несчастная? Это Джош! Многие девчонки колледжа без ума от красавчика Джоша. И черлидерша Мэри – одна из главных претенденток на звание его девушки. Ну, конечно. Она ведь такая красивая и уверенная в себе. А я никогда ему не понравлюсь. Ну вот, еще один ужасный день подошел к концу. О, нет, у меня же тормоза не работают. Эй, эй, уйди с дороги. Где я? Что это за место? Кто здесь? Зоуи случайно попала в лавку гадалки миссис Митчелл. И похоже, что у нее нет другого выбора, кроме как воспользоваться услугами знаменитой провидицы.
Вход без обуви? Наверное, ботинки мешают ей видеть будущее. Ох уж эта молодежь, все нужно делать за них. Входи уже. Воу, в таком волшебном месте легко поверить в настоящую магию. Я вижу! Его имя... Джош. Как вы это узнали? О, это было несложно. У каждой колдуньи есть свои хитрости. Вот что тебе нужно сделать. Ага. Тебе нужно... Ага. Да что же она никак не поймет? Она что, думает, что мои услуги могут быть бесплатными? Ах да, конечно, конечно. Скажите, а? Да, какая же все-таки Зоуи наивная. Сейчас вам полегчает. Ну же, что там насчет Джоша? Ох, кажется, мне лучше уйти. Где здесь выход? Ой, чуть рюкзак не забыла. Да что же за день-то такой? Нужно скорее обуться и бежать домой, пока еще что-нибудь плохое не случилось. А, мой кед! Ай! Извините. О, привет. А где твой кед? Глазам не верю. Это он. Ладно. Давай-ка я отнесу тебя домой. Ты же здесь рядом живешь. Даже при встрече с объектом своего обожания Зоуи напрочь теряет дар речи. Туда? А после такого хорошо, если она совсем не разучится говорить. Я думал, это все-таки ближе. Ну что ж, мы пришли? Ага. Привет, Джош. Здравствуйте, миссис Бейли. Ты в порядке, милая? Да, мам, лучше, чем в порядке. Как неловко получилось. Извини, держи. Я никогда не видел тебя без очков. Так тебе гораздо лучше. Попробуй линзы. Джош сделал мне комплимент? Это лучший день в моей жизни. Ай, ну же, давай. Почему это настолько трудно? Нет, я должна это сделать. Я смогу. Для Зоуи надеть линзы – это почти что подвиг, но чего не сделаешь ради настоящей любви. Получилось. Ладно, к ним можно привыкнуть. А Джош был прав. А теперь нужно выбрать симпатичный наряд. Ой, я совсем забыла, что у меня есть это. Для Инстаграма в самый раз. Я никогда раньше так не фотографировалась. Ну хорошо, всего лишь одно фото. Только какое же теперь выбрать? Пусть будет это. Надеюсь, Джош однажды его увидит. Не может быть! Это Джош! Он приглашает меня на свидание! Да-да-да! Конечно, да! Ура! Ой! Ты в порядке, милая? Да, мам! Ах, какой прекрасный сегодня день! Неужели я действительно иду на свидание с Джошем? Ничего не сможет испортить мне настроение. Неудачница Зоуи? Это невозможно. Привет, ребята. Крис, очнись. Какие новости на сегодня? Это Зоуи? Где же она? Джош здесь. Наше первое свидание. Я так волнуюсь. Подождите, это Мэри? Что она здесь делает? О нет, бедняжка Зоуи. Опять она! Это должен был быть наш первый поцелуй. Он был бы словно в сказке, но мне не могло так повести. Джош мой, я не позволю этой простушке Зоуи украсть мое счастье. Мое сердце разбито навеки. Хочешь увидеть продолжение нашей истории? Тогда дай нам знать об этом в комментариях под этим видео. А также не забудь подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. До встречи!